Всем привет, друзья, с вами Владимир, канал Гильдия, и мы продолжаем исследовать Elite Dangerous Odyssey. Вот, давайте-ка мы в этой серии попробуем заработать немного денег. Для начала давай зайдем в терминал, посмотрим, у меня 250 тысяч кредитов, посмотрим на панель миссий, и нас интересуют миссии поставки. Так, и... Очень интересные миссии — это цифровой шпионаж. Так, посмотрим. Ой-ой-ой, пункт назначения 21 тысяча световых лет. Точно не сюда. Я предлагаю взять вот эту, миссию, свой цифровой шпионаж. Загрузить информацию из порта данных «История болезни». Арапахома, 7 световых секунд всего. Давай ее возьмем. Так. Принять миссию. Так. Перед этой миссией давай заглянем в магазин. Внизу. И купим необходимое снаряжение. Воевать мы особо здесь с кем-то не будем, поэтому... Нам понадобится только нужно улучшить, так что вы ищете. Эти пушки вас не подведут. Короче, мне понадобится только комбинезон. Давай купим Маверик. Планируете охотиться на добычу? Вы сможете унести все, что вам приглянется. Только не порежьтесь о плазменный резак. Только не забудьте взять комбинезон на корабль. Хорошо. Так, и... Оружие. Вам еще что-то нужно? Оружие пока не будем покупать. Так, мне нужны расходники. Припасов много не бывает. Давай купим энергоячейку. Да уж, в комбинезоне без энергии далеко не уйдешь. Необходимая вещь в любой трудной ситуации. Так, взломщики недоступны пока. Удачи вам. Спасибо. Так, ну, у нас пока есть все, что нужно. Так, давайте теперь отправимся... к шаттлам Апекс, сядем на такси, отправимся в колонию для выполнения миссии. Я куда внимательнее прокладываю курс. Приветствую в Апекс Интерстеллар. Куда хотите полететь? Так. Посмотрим, где наша миссия находится. Там говорилось несколько световых секунд. Так. Это, походу, дело не в этой системе. Ну-ка. Или световых лет было указано. Значит, не в этой системе. Так. Добро пожаловать в Apex Interstellar. Первый шаг на любом пути. А, вот, смотри, у нас Арапахома, миссия. Так. Точку высадки. Ага, это, в другой системе даже. Ладно. Миссия у нас отображается значком вот этим вот. Так, удержание. Нам сюда. Спасибо. Бронь подтверждена. Счастливо. Отлично. Так, теперь давай сядем на шаттл. Значит, нет. Нос чешется. Вот, сядем на шаттл и отправимся выполнять нашу миссию, скачать данные. Лучше всего пока что выбирать цифровой шпионаж. Самый безопасный, не надо красть никакие образцы. Просто забегаем в здание, качаем данные и сваливаем. Не надо никакие сейфы взламывать. Рада приветствовать. Спасибо. Так, давайте пока что снаряжение, настройки.
еще раз настройки. Создать. Маверик. Так, сюда давай пушку положим. Что у нас настройки комбинезон? А, это все, короче, для... Чё-то ты меня своим гиперрежимом отвлекла от настройки моего снаряжения. Создать. Верик. Так, использовать снаряжение. Ну, а теперь можно отправляться. Сейчас мы тут прям в другую систему полетим, к новому Солнцу. Потом, наверное, обратно вернемся. Нам нужно будет вернуться в Чемберлайн Рест, посмотреть, какие тут еще есть миссии. Хорошо, когда миссии находятся в нескольких световых секундах. Это заряжается сверхсветовой двигатель. 3, 2, 1, engage. О, красиво вообще. Опа! Какое большое солнце, не правда ли? А вот и наше место назначения. Crossland Chemical Assembly. В принципе, очень удобно. Берешь миссию, добираешься до этой миссии на такси и выполняешь, обратно вызываешь такси, возвращаешься, получаешь деньги. Правда, здесь копейки заплатят, всего 143 тысячи. Возможно, нам нужно будет потом еще куда-нибудь полететь, в какую-нибудь колонию, и там выбрать другую миссию. Подороже. Да, посмотрим, какие здесь есть, какие есть миссии в этом терминале. Может быть, кстати, в этом терминале, куда мы сейчас летим, там есть тоже терминалы. Остаться. Там тоже есть миссии. Посмотрим, какие там есть миссии. Если они предполагают выполнение миссии в той системе, куда мы полетим обратно, то можно было бы и туда, как бы и там взять. Опа, чатик, кому местная информация. Полеты здесь занимают какое-то время. Блин, классно все тут так сделано. О, хотел бы я тоже такси вызвать до Марса или до Луны. Так, почти добрались. Потом надо будет сдать на права, короче, чтобы можно было уже свой кораблик купить. Просто сначала бабло накопить, потом сдать на права и купить более-менее нормальный корабль. Потому что тот, который базовый, ну, он, конечно, прикольный, но тот же базовый.
посадочка сейчас будет. Тут темноватенько на этой планете. Прям нужно будет, наверное, надо будет поискать какой-нибудь модуль ночного видения, наверное, еще. Для нашего костюма Маверик. Потому что фонариком пользоваться это хорошо, а ночное видение это, конечно, намного лучше. Так, вот поверхность планеты. Что-то ее ни хера не видно. Но она там точно есть. Сход с орбиты. Даже, по-моему, какая-то атмосфера есть. Сейчас посмотрим. Я-то думал, тут какая-то просто голая луна, а тут, оказывается, может быть, присутствовать атмосфера. Приближаемся к пункту назначения. Вас понял. Диспетчер, Апекс 472 готов к стыковке. Жду. Заходим на посадку. Так, посмотрим. Выдадите информацию из порта данных. Так, вот мы и на месте. Счастливо. Спасибо. Так, небезопасная температура. Внимание, зафиксирована предельно низкая температура. Ну да, тут, конечно, прохладненько на планете. Crossland Chemical Assembly. Так, у нас тут уровень допуска 0. Нам не важен, но нас, в принципе, может только просканировать. Стойте, командир. Вы не отсюда, да? Ну да. Сейчас все выясним. Все в норме. Отлично. Пока у нас нет нелегального груза, можно передвигаться спокойно. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Так, посмотрим. Данные жилого модуля, короче, нам нужны. Жилой модуль. Коридор, вообще спальня. Ага, нам вот сюда надо. Сейчас посмотрим, какой уровень допуска там у жилого модуля. Так, нам нужно куда-то сюда. Все очень просто. Подбегаем к терминалу, смотрим, где находится искомый объект. Так, ага, вон порт. Теперь надо посмотреть, какой здесь уровень допуска. Чтобы все, типа, все без... Ага, даже нулевой. Шикарно. Редко бывает дождь. Что вам нужно? Зафиксирована предельно низкая температура. Входим в герметичную среду. Вы чего? Да я ничего, как бы... вообще плевое дело.
Чё? Получение данных. Передача завершена. Статус задания изменен. Покиньте поселение. Ну и все, сваливаем. Легко. Надо еще, короче, такую миссию. Теперь надо отсюда. Надо теперь отсюда просто свалить и не попадаться охранником. Здрасте, до свидания. Здрасте, до свидания. Ой-ой-ой. Давай теперь здесь где-нибудь вызовем такси. Так, нажмем на Е. Так, навигация, транзакции, кана, Apex. Так, заказ на длинную дистанцию. Так, нам нужно сюда. Ого! 3624 кредита. Да, нехило тут. Ну чё, оно того стоит, там 194 тысячи кредитов, нормально. Мы тут, правда, забыли посмотреть, может быть. Так, ага, вот у нас шаттл приземляется. Сейчас заходит на посадку. А вот и наш Апекс. Погнали отсюда. Все. Все. Теперь надо долететь, состыковаться с терминалом. Приветствую. Устраивайтесь поудобнее. И получить деньги. Короче, давай-ка сейчас долетим, возьмем еще миссию. Я, наверное, здесь какую-то часть полета обрежу. Вот, попробуем еще денег заработать. 4, 3, 2, 1, engage. Какую-нибудь, может быть, кражную миссию возьмем. Ну, типа там с кражей. Сейчас будет красиво, короче. Сейчас мы в гиперпространство погрузимся где-то. Да-да-да. Ага, и сейчас до нашего изначального солнца доберемся. Красиво вообще. Шикарно. Опа.
Но лучше всего брать место эмиссии в нескольких световых секундах от Chamberlain Rest. Хотя нам потом все равно нужно будет после покупки корабля, короче, куда-нибудь свалить. В какую-нибудь другую систему поинтереснее. Что здесь очень много других миссий. Там боевые какие-то, еще что-то. У персонажей попробуем потом миссии взять. После сдачи на права там и на все остальное. Шикарно вообще. Можно пока изучить, кстати, карту галактики. Так, мы направляемся сюда. А у нас галактика-то вообще здоровая. Правда, не Milky Way, а какой-то Sagittarius A галактика у нас. Acheron, Mare Somnia, Sagittarius Carina Arm, Primans Point какой-то. Так, ну-ка. Мы все находимся в небольшой обитаемой зоне. Получается. Это что у нас такое? Там вон туманность какая-то еще есть. Мы здесь находимся всего лишь. Так, это что у нас такое? Азот. А, для доступа в эту зону требуется разрешение. Ничего себе. Ну вот, посмотрели карту, заодно и время скоротали. Вот наша база родная. Вот если бы еще какой-нибудь дом был бы здесь, типа как там вещи складировать, еще что-нибудь, как в Скайриме, было бы вообще шикарно. Ход делает планет с атмосферой, смотри-ка. А тут есть и большая, правда. А, ну мы сейчас прилетим, короче, винтовочку нормальную купим. После того, как деньги получим. Пускай будет на всякий случай. Вдруг придется воевать с охранниками. Ух, зеваю. Почти 5 часов утра. Осталось совсем недолго. Спасибо. Диспетчер, Апекс 629 запрашивает стыковку. Мы снижаемся. Вот мы и на изначальной базе. Жалко, что нужно возвращаться к терминалам, а не сдать миссию где-нибудь еще. Или удаленно как-нибудь сдать.
Счастливо. Мысли счастливы, ты меня еще даже не высадил. Вот, теперь можно выходить. Ну, так, блин, как-то легко было. Давай еще одну миссию, наверное, возьмем. Потом серию закончим. Сейчас давай сдадим, купим винтовочку, возьмем миссию. Так, тут уже в терминале кто-то стоит. Ну-ка, давай посмотрим, что у нас тут есть такое. Рада видеть. Я вас тоже рад видеть. Так, завершение миссии. Так. Угу. Так, посмотрим. 10 тысяч кредитов и влияние. Нет уж, давайте бабло платите. На этом, наверное, давайте закончим. Я, наверное, эту серию назову «Как заработать денег новичку». Вот. Подписывайся на канал, ставь лайк, ставь комментарий. И с вами был Владимир, канал Гильдия. Всем пока.